Спецслужбы Узбекистана закрыли 20 книжных магазинов в ташкентском «Мире книги». По данным «Радио Свобода», этот торговый центр оставался последним местом в Ташкенте, где было разрешено продавать религиозные книги, в том числе исламские. Напомним, что в Узбекистане до сих пор проводятся вандальные акции сожжения Библии. Мировая общественность пикетирует посольство Узбекистана. В ходе рейда сотрудники службы национальной безопасности, милиции, налоговых органов, а также представители комитета по делам религии искали конкретные исламские книги, которые больше не публикуются в Узбекистане. По мнению владельцев магазинов, рейды были направлены против продажи всех видов религиозной литературы. Официальных комментариев от властей не было. В докладе Госдепартамента США о свободе вероисповедания за 2010 год говорилось, что в Узбекистане за религиозную литературу, авторы которой считаются экстремистами, или любые незаконно ввезенные книги, можно оказаться за решеткой.